Возвращаемся к реке Оке. Попробуем сегодня половить гусеру. Может быть, лещика, а может быть, ничего, потому что слом погоды и неизвестно, что из этого получится. Но пока вот едем. Нелегко у вас спускаться с крутых Окских берегов. Но мы не ищем в науку легких путей. Вперед, вперед, вперед. Приехали мы сегодня на Оку, потому что сегодня у нас середина февраля получается. И вот такая случилась беда. Все пруды и озера, кроме одного, на котором мы ловили в прошлом году, и я вам показывал, все, как у нас называется, загорелись. То есть начались заморы. На всех озерах и прудах замор. Ну, кто-то черпал там рыбу. Я этим делом не увлекаюсь. И осталось у нас ловить, в принципе, вот на Оке искать рыбу, которой не так уж много у нас здесь. И остался один карьер. Там, где есть роднички, где рыба более-менее живая. Так что вот такая трагедия. Глубина 7,7, дно ровное. Никаких рыб не видно. Будем искать. Вот вроде как рыбку-то показывает. Вроде что-то там проскакивает. И на дне что-то есть. И здесь проскакивает, но рыба не берет. Вот такая вот у нас рыбацкая жизнь. О, что-то пипикает. Поклевки нечастые, поэтому заснять их не удалось, но рыбка такая, в общем-то, неплохая. Для зимы густерочка такая вот симпатичная. Вот такая вот. Ну, будем ждать, может быть, что-то и проклюнет. Пока вот бегаем по лункам. Эхолот показывает, что рыба есть, но рыбу брать не очень-то хочет. В наших местах Ока довольно коварная, потому что здесь от впадения Москва-реки, ну, километров 15, наверное. И лед даже не каждую зиму у нас здесь встает. Вот в эту зиму вроде встал, но толщина его здесь буквально сантиметров 20. И рыбы здесь почему-то мало. Рыба ближе к Москва-реке, хотя непонятно почему. Идет сброс всех этих реагентов из Москвы. Ну, может быть, теплая вода, поэтому они там... Там рыба крутится. Но вот сейчас ребята оттуда приехали, говорят, ну невозможно. Сплошные промоины. Кто-то умудряется каким-то образом пролезть. Но у нас, я так чувствую, что недельки через две лед этот смоет. Бывали у нас случаи, когда за ночь смывало 30-сантиметровый лед. То есть сегодня мы ловили, спокойно ходили, а на другой день утром приезжаем, льда нет. Такая вот ситуация. Пока вот, ну, может быть, уже глухозимье, конечно, наступает, но вот такая вот рыбешка проклюнулась в двух лунках. И больше у нас пока ничего такого не видно. Вот Вовик ищет, посередке бегает. Я сижу, выжидаю. Толку пока никакого. Она, конечно, не клюнет. Снимаешь? Снимаю. Привязывал
привязывал, блядь, этот самый поводок от дивана мормышку. О, гостерочки начали проклевываться. Вот, ловим мы вот на такую вот мормышку, насаживаем 6-7-8 мотылей. Вот длина поводка где-то 70 сантиметров. Опускаем на дно и начинаем мормышку или катать, или потом оставляем ее. А так вот стоит удочка с жестким сторожком и ждет поклевки. А вот пока Вовик ходил, взял да еще одну густеру поймал. О, молодец-то какой. Техника ловли достаточно традиционная. То есть нашел дно, приподнял, опустил на дно, приподнял, подальше отпустил. Вот она опускается. Но уже рыба настолько вялая, что в движении практически поклевок не бывает. Поэтому отпускаешь где-то 2-3 метра, иногда больше. И удочку ставишь, ждешь поклевки. Так, вниз тяжело и вверх нелегко. Ну вот на этом мы свою рыбалку сегодня закончили. Ну, в общем, половили. В общем-то, неплохо. Все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Вам удачи, ни пуха, ни пера. Ни полничка, ни хвостика. До свидания.